А между тем, накануне сотрудники госнаркоконтроля отметили круглую дату. 11 марта исполнилось 10 лет со дня создания Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Это самая молодая спецслужба нашей страны, которая благодаря вам с честью и достоинством выполняет свой долг по обеспечению безопасности общества и государства от наркоугрозы. Профессиональный праздник отметили и наркополицейские Ноябрьска. За особые заслуги и добросовестную работу многих отметили нагрудными медалями, благодарностями и грамотами.